Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная большая распаковочка. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Всем приятного просмотра. Итак, поехали. Запаситесь чашечкой чая или кофе, так как у нас сегодня будет большая распаковочка. Всем приятного просмотра. Так, это сборная. Ко мне пришла посылочка. Вот сколько посылочек. И давайте будем сейчас с вами вместе смотреть, что тут мне пришло. Итак, первая это посылка. Я заказала себе новые чехлы. Очень классные там в магазине есть чехлы. Всем советую. Качество хорошее. Доставка быстрая. Доставка с отслеживанием. Вот так все хорошо продавец упаковал себе вот таких классных девчонок. У меня телефон Xiaomi Redmi Note 10. И заказала себе вот такие чехлы на телефон. Очень красивые такие. Приятная, как бы силикон приятный. Такая штучка есть. Дальше. Так. Вообще в магазине очень много разных. Вот так. Вот такая девочка. Четкая прорисовка. Насыщенный рисунок. Очень красивый, как бы дизайн. Нравится, что тут есть защитная такая штучка на камеру, так как не у всех чехлах идет защита, в этом все хорошо. Вот. Все подходит. Еще раз повторюсь, у меня Xiaomi Redmi Note 10. И вторая девушка также классная. Вообще там огромный выбор в магазине. Классные чехлы. Думала, что будет хуже, но нет, все хорошо. Качественная печать, вообще рисунки шикарные. Вот такие у меня новенькие чехлы будут. Там есть другие модели, так что ссылки будут, смотрите под видео. Довольно. Качество отличное, советую. И доставка быстрая. Дальше. Следующее. Это уже идет бижутерия. Набор колец. Так, сейчас будем смотреть. У меня на канале много разных распаковочек с бижутерией и не только. Так что смотрите в моих предыдущих видео. Так, эти красивые кольца, они отлично подойдут для фото на разные, как бы, можно пальцы, потому что они идут безразмерные. Только два получается, да, два они, как бы, как кольца идут, эти идут безразмерные. Можно регулировать свой размер. Так, сейчас мы это все сделаем. Как-то вот так регулируется размер. Вот на этот. Очень красиво, да? Вот эти сердечко. Такая как бы любовная тематика. Такой набор состоит из 5 колец. Так, дальше. Следующая покупочка. Это также бижутерия. Серлинговое серебро. Очень замечательно мне получился данный комплект. Брала с купоном. Я всегда стараюсь брать с купонами. Или магазина, или Алиэкспресс. Да, вот. Такой замечательный набор. Идет браслет. На любую руку подойдет, потому что тут идет как бы безразмерный. Да.
Так. Дальше серьги. Ну, серьги тут как бы плотный вот этот гвоздик. Ну, мне как бы хорошо. Я думала, что не пролезет, но все хорошо. Дальше проба есть. 925-я проба. Также на браслете есть. На кольце. Колечко. Также плюс, что оно идет безразмерное. И кулончик. Так. На кулоне также должна быть проба. Так, цепь. Сейчас я возьму линейку и померяем. Так, вот такая как бы капелька. Да, есть проба 925 вот тут. Итак, размер не длинный. Как бы длина короткая, так будет хорошо. Где-то 40 с чем-то сантиметров. Ну, мы сейчас померяем. Да, получается, что 24, 40, 48 сантиметров где-то длина цепи. Наборчик красивый. И плюс, что они безразмерные. Вот кольцо и браслет. На любую, получается, руку подойдут. Красиво и на подарок. Вообще, я на этот набор смотрю. Мне кажется, что где-то больше года думала, брать или не брать. Очень мне понравился сам браслет. Я такие жесткие браслеты люблю. У меня когда-то был что-то подобное в виде змеи. Также его любила, но, к сожалению, он сломался. И вот такой наборчик. Вообще, он вживую еще круче смотрится, нежели на камеру продавца. Мне кажется, что там также есть в золотом цвете, но я больше люблю серебро. Дальше. Ну, как говорится, каждому свое. Дальше, следующее. Так, у меня наборчики. Так, получается два набора. Вот такие, как бы музыкальный ключ. Вообще музыку люблю слушать. Поднимает настроение. Вот такие, как бы, необычные кулоны в виде музыкального ключа. Так, длина цепи. На цепи 50 сантиметров, замок обычный. Так, проверим, рабочий. И такой замечательный кулон. И следующий — это как бы, как это плетение называется, якорная цепь или что, короче, подскажите мне. Вроде бы да, якорная, якорь. И вот такой музыкальный ключик. Красивый, да? И размер. Это 60 сантиметров. На глаз вижу. Да. И размер кулона. Вместе с ушком. 4,5 почти. Вот. 43 миллиметра. Такие цепи с подвесками. Напишите, которая больше понравилась. Это или это, потому что изначально хотела вот эту. Мне кажется, что очень будет длинная цепь. Посмотрю. Ушко тут, думаю, что любая цепь может подойти, но мне можно и как бы поменять. Ну, посмотрю. Напишите, который больше понравился. Ключ или вот, вот в таком как бы оформлении вместе с нотками ключ. Вообще, пишите мне свои комментарии, это как бы обратная связь и в то же время поддержка моего канала. Всем спасибо, кто со мной, благодарю за вашу поддержку, за ваши комментарии, лайки. Мне всегда важна ваша обратная связь. Как бы поставьте мне лайк приветственный, мне будет очень приятно. Все же я буду знать, что вам нравятся мои видео. И как бы это стимулирует для развития, чтобы мне хотелось больше снимать для вас новых видео. Так, эта посылочка уже пустая. Дальше смотрим.
это также у нас получается бижутерия. Да, сейчас я возьму вот это колечко. Такие кольца я уже брала, подобные, да. И еще заказала, сейчас посмотрим, какие. В предыдущем видео как раз у меня были кольца подобные. Это идет нержавеющая сталь. Вообще в магазине очень много разных колечек. Также идет и в золоте, и в серебре, как я заказала. Очень мне понравился данный дизайн. Я уже брала в виде змеи, там, в виде... Ну, сейчас я покажу вам, который я уже брала. Минуточку. Да, взяла. Ну, там еще больше моделек есть. Так, новые смотрим, что сегодня мне пришли. Вот такие. Короче, с этой посылкой целая история. Отослали на другой город вообще. Долго ждала, переадресация, это все. Ну, наконец-то она ко мне пришла. Думала, что вообще уже не дождусь. Ну, все хорошо. Вот такие как бы сердце и две руки. И почему я их беру? Потому что они идут безразмерные. Как раз на холодную пору года у меня пальцы опухают от холода. Как бы аллергия на холод. У меня даже летом руки постоянно холодные. И напишите, если знаете, как справиться с этой проблемой. Да, и я себе заказала безразмерные кольца. Для меня это сейчас огромный плюс. Да. И еще вот такое, как бы в виде цепи и обычные, двойное. Плюс, что можно регулировать размер. Для меня это огромный плюс. Да, вот как-то так. Так, вот эта змея. Также красивая, классная. Дальше. Это продавец вообще положил мне в подарок, хотя брала за купон. Вот это колечко. Мне кажется, что там даже у них в магазине его нет. Не было его, но он мне положил подарок. Дальше. Вообще приятно получать подарки. Когда берешь с купоном вообще. Да. И еще вот такое. Так, сейчас мы все это померим. И еще раз повторюсь, там есть еще в золоте нежное такое колечко, да. Это двойное. И вот такое, что-то подобное к этому, но совсем другое. Это идут как бы две одинаковые, тут две разные плетения. Сердечко. Пускай оно будет у меня, да. Дальше, следующее. Это кафа. У меня уже ранее была кафа. Еще одна пришла. Так, смотрим. Вот такая кафа. Там есть разные. Это идет стерлинговое серебро. Есть проба. Очень такая милая. Так, как бы бесконечность. Тут есть как бы расстояние. Такие стразики. Все на месте. Так, смотрим. Проба. Есть проба. Не знаю, вам тут будет видно или нет. Там внутри есть проба. Как-то так. Дальше. Стразы все на месте. Размер небольшой. Меряем. 12 миллиметров. И толщина, ширина 3 миллиметра. Красивая кафа. Дальше. Это мне пришел ремешок. Такая упаковка. Доставка быстрая, доставка с отслеживанием. Я брала уже ранее, но это я брала в другом магазине. Доставка немного больше. Дольше. Да. И заказала черный цвет. У меня есть старые синие часы. У меня был к ним желтый ремешок. Ну, я их как бы сделаю с черным. Вот такой. 20. Толщина. Ширина. Ширина, то есть. Да, и там есть еще, короче, разные на Алиэкспресс. Можно посмотреть. И разный размер. Надо мерить. Потому что я была заказала на 2 миллиметра
немножко меньше, и тогда у меня осталось там. Нужно обязательно померить перед тем, как делать заказ. Что-то несколько центов не получилось. Короче, нужная вещь. Дальше, следующая покупочка. Это мне пришли дип-пудры. Так, дип-пудры. Цвет под номером 088 и 012. Так, это я подписала. У них 6 и 7. Что тут? 5. 5 и 6 цвета. Так, вот такие красный и розовый, как бы, два цвета. Для укрепления ноготочков, для дип-системы. С дип-системой вообще крепкие ногти. У кого аллергия на гель-лак, тому подойдет хорошо дип-система. У меня уже обзор на канале был, как ее, как с нею работать. Да. И еще заказала себе дип-пудры. Розовые и красные. С дип-системой вообще хорошо растут ногти. Они как каменные, не ломаются. Но один минус, что тяжело снять. Ну, если у вас есть фрезер, конечно, это не проблема. Да. Дальше. Следующее. Следующая у нас посылочка. Это классный браслет на ногу. Как бы. Там есть разные украшения в магазине. Для платья. Отличное сочетание. Так, еще вот такая визитка, как бы. Вот так это одевается на ногу. И такие красивые цепи. Идет в виде розового золота. Красиво так смотрится. Все стразы на месте. И так нужно одеть на ногу. Какая красота. Так, следующая посылочка. Также маленькая. Это пришла капа. Так, сейчас мы их сравним. Немножко неподобные, это как бы больше переплета есть. Так, сейчас я открою. Вот такая бесконечность, как бы тройная. Также стразы на месте. Так, размер. Вообще там большой огромный выбор. 12 миллиметров. Присутствует проба. Также вот здесь есть проба. 925. Так нежно, мило смотрится на мушке. Какая красота. Так что у нас сегодня вот такая была распаковочка. Ссылочки на все товары будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Благодарю за вашу поддержку, лайки, комментарии. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, здоровья и мира, добра. До новых встреч. Всем пока-пока.